подъезжаем к античному городу с интересным названием Магнезия. Магнезия на Неандра? Не знаю. Древний город в Илоне, расположен в притоке Меандра, в 19 километрах к юго-востоку от Венеции, неподалеку от Триены и Троа. Мы прибыли в Магнезии, расположен около современного города Герменджик, вдоль автодороги Артаквар-Суки. Согласно Страбону и Страбону, основателями города были выходцы из Магнезии, Фессалии и Крита. Об участии в основании города критянина Левкип рассказывает эллинистическая надпись, найденная при раскопках. Период 680-644 года нашей эры, во время правления лидийского царя Гига, север Карии, где расположена Магнезия, был включен в состав лидийского государства. В 644 году город Сарбон пал под ударом кемерийцев, при обороне погиб царь Гиг. Вскоре после этого кемерийцы разорили Магнезию. Персидский период. В 547 году до нашей эры II разгромив армию царя Креза, завоевал Лидию, оставив в Сардах наместника по имени Табал. Он поручил хранить захваченные сокровища лидийцу Пактию. После отъезда Кира в Персию, Пактий, наняв наемников и договорившись с приморскими городами, поднял восстание против Табала. Муравьи прям на дороге сделали себе муравейник. И большие какие. Муравьи-то. Не маленькие, а большие. Вон они. У них щелка, и они там вон туда-сюда лазят. Вон, понес муравейник. Чего-то. Вот, значит, пришли в античный город Магнезия. Кому, девочка, мы сами ходим, и ты с нами живешь. Мы ездим по твоим местам, да? Когда тебе в лагерь надо. О. Мы ездим. Так? Что-то пахнет, да? Цветут вот эти цветы, да? Да. О. Так, вот что-то у нас тут дорожка, встречает. Информационный стенд. Святилище Артемиды. Где? Вот написано. Вот это, да? Вот треугольное, да? Так. Можно сфоткать? Папа, можно сфоткать? Магнезия Сити План. Так был устроен город. Не маленький город, надо сказать. Так, мы вот здесь, да? Да. То есть первое, это как раз святилище Артемиды. Вот справа от нас, это вот первое. Седьмое, это алтарь. Святилище Артемиды. Перед святилищем Артемиды алтарь. Потом храм Зевса, 33-й. 33-й храм Зевса. 32-й. Криптопортикус. Криптопортикус. Пропилеон. Священные горы. Священные горы. Так, вот тут есть амфитеатр. 43-й, это вот сюда по дорожке надо пройти. 46-й. О, еще один. Два амфитеатра здесь. Театрон. Есть даже стадион, да? 36-й. Стадиум, да? Стадиум, да. 35-й что? 35-й это гимназиум. Ага, гимназион. 34-й это стоит агора. Короче, агора.
4-й это рынок, да? Городская площадь. Да, городская площадь. Да, вот такой городочек. Не маленький, надо сказать. Это информация. Это почему-то, да, смотри, как будто это крыша, да, или так восстановили, ну, фасад крыши. Интересно. Античный город. Это у нас The Propylon of Artemision. О, маков сколько здесь, да? Маки, маки, маки. Ветряки стоят, не крутятся. Сегодня безветрие. Вот это святилище Артемиды. Сейчас подойду. Вот так оно выглядело. Так оно сейчас выглядит. Бурьяном поросло все. Сейчас вон оттуда слева зайду на камушки. Маки. Очень много маков здесь. Долго цветут они, маки. В мае еще были. Ну, сейчас конец мая. В смысле, в начале мая тоже были. То есть месяц уже точно они цветут. И климат такой хороший. Вот что-то тут раскопали с копочки. Основание колонны. Так, вот здесь какой-то колодец. Возможно, это древний какой-то колодец. Вот святилище Артемиды. Тут дорога перед ним вымощена большими блоками. Она так волнами просела.
интересно. Желтая и фиолетовые палки торчат из колонны. Вот он вход, ступени. Когда-то здесь почитался культ Артемиды. Сейчас здесь остались только камни. Ну, как-то более-менее их в порядок привели здесь. Пол сохранился более-менее этого храма. Более-менее. Да. То, что было, то, что стало. Ну, хорошо, что вообще вот так сохранилось. Что хоть что-то можно пройтись, прикоснуться к истории в прямом и в переносном смысле. Подходим к следующему объекту. Это алтарь. Вот так он выглядит сейчас. Так он выглядел до этого. Вот он, этот алтарь. То есть на алтаре, соответственно, происходили жертвоприношения. В чем они заключались, эти жертвоприношения, непонятно пока. Вот он. Вот он, алтарь. Подходим к следующему объекту. Колонны восстановили прям так неплохо, скажем так, очень даже ничего. Тут стены тоже более позднего периода. Это вот античные колонны. Sacred Gate, Propylon. Сакрет. Сакрет — это сакральный, да? Священный. Священные ворота. First century AD. AD — это авто, то есть первый век нашей эры. Агора. Вот так выглядит. Выглядело. Вот ворота, они вот так выглядели. Вот. Вот это стены были. То есть это ворота куда-то вели, да? И, соответственно, вот сейчас они вот так выглядят. Эти ворота.
священные, не просто так. С ворота вели в священную агору. Sacred Agora. То есть это площадь, городская площадь, да? Вот так она выглядела. Вот ее план. И сейчас, соответственно, вид у площади вот такой. Подтопила ее, молясь. Подтопила. Вот это вот ступени к какому-то сооружению. Здесь построили навесы, где хранят элементы архитектурные. А, лайбрари. Лайбрари. А, то есть получается, они навес построили над библиотекой. Похвально, похвально. Ух ты, тут прям мозаика. Ух ты. Здесь осторожно, а тут ров глубокий довольно-таки. Вот мозаика. Напольная, наверное, скорее всего. А, слушай, а это что такое вот это? Это не туалет или случаем? Да? Да, похоже на туалет. Похоже, да. То есть в библиотеке был туалет еще, к тому же. Вот она, мозаика древняя. Вот фонтанчик, вода лилась. Вот тут был резервуар с водой, скорее всего. Так и есть. Публичные туалеты. Там библиотека, а рядом туалеты. Архитектурные элементы алтаря. Вот они. Так они выглядят. То, что от алтаря осталось. Дальше идут архитектурные элементы храма Артемиды. Вот они. Навершие колонн. Вот их сюда аккуратно сложили все под навес. Вот они. Это вот черный цвет, такой темный. Под землей, видать, лежал долго. Вот этот элемент, по-моему, если я не ошибаюсь, называется фашина.
Надо посмотреть. Поправьте меня, если я не прав. Все такая спираль. Все это в пучок такой, вот таким, скажем так, перевязано вот этой штучкой. Этот объект называется мечеть Черкеза Мусы, 15 век. Вот ее план. Вот, видимо, тут что-то, может, наподобие фигуры какой-то, может, даже было. И даже тут есть древнее кладбище. Пойдем посмотрим на эту мечеть. Какой-то колодец здесь. Странно. Приходит лечить колонны. Аллаху Акбар. Аллах велик. Всевышний велик, если переводить с арабского. С этим не поспоришь. Всевышний действительно велик. Кладка здесь растворная. Вот такая мечеть. Точнее, то, что от нее осталось. Вот перед входом в мечеть лежит в земле колонна. Ее еще не достали, не облагородили. В таком виде оно все археологам и досталось. Вот это раскопки дома древней эпохи. Вот его план. Это вот сейчас как оно выглядит. А это как выглядело раньше, я так понял. Его накрыли навесом, это здание. Да, археологи тут, конечно, оторвались, ученые. А, это рыночная площадь, да? Нет, это базилика рыночная. А, рыночная базилика. Маркет базилика. Ё-моё. Смешение стилей, то есть вот это есть античный стиль, ровненько, аккуратненько, а это уже вот более поздний период, вот тоже уже не так гармонично смотрится. Какие-то тут
украшение. Маркет базилика. Сейчас мы спустимся, пройдемся. Что это? Градусник, да, какой-то? Даже так. Как хорошо сохранились основания. Ровные, гладкие. Круто. О, ящерица. Вот так она раньше выглядела, эта маркет базилика. И сейчас, соответственно, вот она в таком состоянии. Второй век нашей эры. Вот как, оказывается, выглядит Расторопша. Фабрика Волжанка, ульяновская, ундоровская, производит газированную воду минеральную со вкусом Расторопши. Вот она так и выглядит, эта Расторопша. С иголочками. Ой, майский жук, что ли? Я сейчас нахожусь на стене, то ли на городской стене, то ли на стене какого-то здания. Ну и вот так, собственно, выглядит город Магнезия. Ну, часть этого города. Огороженная. Сейчас попробуем дойти до амфитеатра. Он уже за забором. Вот там он находится. Вот это вот старое мусульманское кладбище. Вот надгробный памятник. Даже могилу как-то восстановили. Арабская вязь. Интересный такой
символ какой-то наверху этого памятника. Кто арабский язык знает, просьба перевести. Иду, иду. Вот еще 5 объектов, которые можно посетить на автомобиле. И дорога хорошая. Сейчас попробуем проехаться. Приехали к стадиону, а тут забор. Нельзя. Все перекрыли. Мочек висит. Сейчас посмотрим, может как-то под забором можно пройти. Так, здесь ничего нет, никакого прохода. Только вот так вот можно смотреть на стадион. Это гимназиум Термае комплекс. Тоже огорожен забором. Камеры висят тут. Все как положено. Охраняется объект. Информация об этом объекте. Чтобы ее прочитать, нужно пройти через колючки расторопши пятнистой. О! Нет, наверное, я не пойду. Стены довольно-таки высокие здесь сохранились. Такое сооружение. Эта дорога ведет к амфитеатру. Справа гора, слева сады. Я так понял, это кэроб растет здесь. Вот такая долина. Растение. Пчелка какая. Даже шмель, а не пчелка. Прошел где-то 300-400. Пришел к театру.
Да, магнезия. Город отличается тем, что здесь все бурьяном поросло. Стригут здесь слабенько. Театр. Первый век нашей эры. Сейчас так выглядит. Когда-то выглядел вот так. Вмещал 4700 человек. Так сразу ты и не скажешь. Сколько же вмещал тогда театр в Эфесе? Там, наверное, все 50 тысяч. Если не больше. Вот что осталось от театра. Это растение называется псоролея смолистая. Тут жучок притаился. Вообще живой, нет? Что-то без признаков жизни. Вот так на цветочке и помер. Цветет. Красивые цветы. Интересно, ступени украшены вот такими когтями, то ли кошачьего какого-то животного, то ли кошачьего, скорее всего. Интересно, это оригинальные ступени или это восстановленные? Потому что вот дальше там что-то вообще плачевное состояние какое-то. Вот оно. Никакое. Так, остатки былой роскоши. Вот ступеньки вниз. То ли змея, то ли ящерица так проскочила, черная. О, черепашка вон там сидит. Черепашата. Полно их сейчас. Такая относительно чистенькая. Прям рисунок на панцире прям хорошо видно. Такой театр. Зацепы. Скорее всего, да, это восстановлено. Приложение говорит, что это европейская сухопутная черепаха. Интересно, до каких размеров она вырастает. Рисунок такой прям красивый очень.
Они обычно такие грязненькие, пыльненькие. А это прям помылся где-то. Что, вылезешь? Покажешься? Нет. Боится. О! Влезает что-то там. Зря, говорят, медленный, как черепаха. Недавно смотрел фильм, начал смотреть фильм «Фараон», по-моему, 66-го или 65-го года, польский. И вот там армию остановили только потому, что там два жука-скарабея на дороге стояли. Они считались в Египте священными. Вот это вот интересно, что за жук? Может, тоже скарабей? Приложение ничего не сказало. Такая красивая мальвочка цветет. Вообще мальва красивый цветок. Нежно-розовый цвет. Капли дождя стекают. Красивый цветок, конечно. Маки вообще очень красивые, конечно.